Не даю себе ни малейшей возможности винить себя. Вместо этого я излагаю вопросы. Могу ли я быть честным писателем? Если я пишу только про себя, зачем мне бежать от реальности? Зачем притворяться? Внезапно... Я помню сон, дом, кажется, из моего сна. Там внутри 4 человека. Мне все больше и больше кажется, что это сон. У нас были своего рода отношения. Двое, влюбленные, по крайней мере, увлеченные друг другом. Страстные. Я не один из тех двоих, мне кажется. Не уверен. Обои тошнотворного желтого цвета. Такого бледно-желтого цвета нарциссов. Цвета соломы. Цвета ирисок. На обоях цветы. Правда, они высохли из моей памяти ровно так же, как и стены. В одной из комнат, где эти страстные любовники, появилась дырка в стене. Я не знаю, как это получилось. Ведь наши кулаки в целости и сохранности. Очевидно, это был кто-то другой. Сейчас утро. Вчера мы пили. Чувствую себя измотанным. Ты смеешься.
Я хочу рассказать тебе одну историю. Я не хочу слышать твою историю. Я уже слышала твою историю. Или я уже слышала разные версии твоей истории. Что же? Мне будет важно, если ты послушаешь именно эту историю. Пожалуйста, замолчи. Послушай меня. Ты незрелый, самовлюбленный. Я все же хотел бы... Ты хотел бы. Я не понимаю, почему ты против общения именно со мной. Мы никогда и не общаемся. Ты давишь на меня, унижаешь меня, кричишь. Я не кричу. У тебя пустула в голове. Она разъедает твой мозг. Ты воняешь. Ты все еще любишь меня? Мы настолько примитивны, что нас тянет друг к другу. И в то же время слишком цивилизованны, чтобы оставаться вместе. Ты никогда не отвечаешь на заданные мной вопросы. Вопросы, которые ты так сильно хочешь от меня услышать. Будто бы ты знаешь меня лучше, чем я знаю свою плоть. Я не могу осознать все это уродство, льющееся из твоего рта. А ведь когда-то оттуда прорастали самые нежные мысли, словно орхидея. Ты решил вырвать меня из моей почвы и посадить в свой ночной горшок. Ты когда-нибудь видел, что орхидеи цветут под кроватью? Помнишь, когда мы были детьми, я приносила тебе цветы, как поклонница к могиле своего кумира. А ты меня встречал с поцелуями, со всеми почестями. Мировой человек. Так бы назывался твой персонаж. А я бы тебя благодарно поцеловала в ответ и полетела бы на самолете в Лос-Анджелес, Калифорнию. Боже! Я мечтаю о том, чтобы вновь поцеловать того мальчика, которого я помню. А ты вырос и стал мужчиной. Таким честным и отвечающим за свои слова, но таким жестоким по своей натуре. Я с трудом тебя узнаю. И все же... Когда я уйду, я хочу запомнить тебе все. Как ты выходила из комнаты, заканчивала предложение. Я бы отдал все, чтобы ничего из этого не забыть. Ты самая красивая женщина. Бог благословил меня встречей с тобой. Задолго до того, как ты заговорил, до того, как ты научился произносить слова, ты был награжден даром, даром понимания. То, как ты смотрел на меня, было похоже на потерянность в океане рассказов, горя. Радости. Скрытый, откровенный. Ты утонул. И ни слова. Лишь взгляд. Мы захватим мир, правда? Правда?